результаты после нашей последней встречи, выезда комитета сюда на эту площадку в начале лета. И тогда, как вы помните, мы очень сильно возмутились тем, что Нестрой такая компания, которая, в принципе, шантажировала и саботировала работы здесь. И не зря мой вопрос относился про Куксу, в плане, как вы этот вопрос решили. И действительно, оперативность решения этого вопроса, чтобы с НГ-строем решили вопрос, получается, что у нас тут же пошла работа. То есть, в принципе, порядка 3 месяцев потеряли времени для того, чтобы завершить этот дворец спорта. Но даже за этот период времени, который остался, есть, конечно, риски, но мы видим, насколько все оптимально, скажем, эффективно работает. Будем надеяться, что не подведет ни погода, не подведут подрядчики, и мы действительно видим 20 декабря, наверное, один из лучших бассейнов Саратовской области, да и, наверное, в ближайшем году.